вас соблюдает правила дорожного движения. Полсотни учащихся начальных классов 19-й школы прошли экзамен на знание правил дорожного движения. В качестве экзаменаторов выступили депутаты Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров, Александр Якушин и Руслан Шаипов. Ребята рассказали, как и где правильно переходить дорогу. Ну а чтобы максимально обезопасить детей, организаторы акции раздали школьникам световозвращающие браслеты. Вот это неправильно установлено. Его не видать. Когда он закрыт курткой, он не может отсвечивать. Поэтому надо, чтобы все видели, да? Самые эрудированные дети, которые отличились в знании правил дорожного движения, получили сладкие подарки. Например, Данил Ясовиев вместе с родителями принял участие в областном конкурсе, где надо было в творческой форме рассказать о ПДД. С моим папой ездили по городу и сняли видео. Потом мы приехали домой и из картона сделали небольшой город, типа макета, чтобы показать, как правильно переходить пешеходный переход. Акция «Засветись» – партийный проект, который охватывает детские сады и школы округа. Как партийного проекта «Безопасные дороги» мы проводим с детьми занятия по знанию правил дорожного движения. Как наши дети пользуются пешеходными переходами, как они посещают детские спортивные учреждения и площадки, как они передвигаются на велосипедах. Мы об этом узнаем, естественно, рассказываем им, как это правильно делать. Акция на знание дорожного движения среди детей в образовательных учреждениях Химок проходит ежемесячно.